Hey, yo guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Test Oblivions. Да, это третья серия подряд. Вы уже понимаете, сколько я примерно потратил времени на съемку. Предыдущая часть 5 минут. Предыдущая серия была час 40. И это хер знает на сколько. Как вы помните, мы с вами продолжаем... Гильдия 9. Ну, в смысле, я уже в гильдии нахожусь. Wait, what? Так, ладно. Мне нужно вместе с Савелем Матиусом пробраться к воротам замка Квач. Ну, ладненько. Так, он сюда пошел, значит, и нам сюда. Стоп. Короче, я понял. Я, конечно, все понимаю. Так, они сейчас сюда, да, должны? Хорошо, что я их забайтил на это место. Так, где эта целевая дама? Так, давайте, наверное, все-таки сейчас быстренько за нею домой. Загоняю домой. В смысле, я ж врата уничтожил, нет? Ну ладно. Так, где, во-первых, мой замок? Сейчас мы, короче, тэпнемся, я быстренько поперелажу вещи. И мы с вами продолжим. Короче, пока разлаживал мусор у себя в доме, нашел карту дорожных святилищ у себя в инвентаре. Это, которое, помните, нам дали насчет... святилищ. Если желаете очиститься от грехов и посвятить жизнь служению Богом, молитесь у дорожных святилищ 9. Да услышат 9 вами молитвы и простят огляд любви и доброты. Это вот, короче, отставлю, пускай это будет. Место более-менее освободил себе. Но я все равно не понимаю, что мне так много занимает место. А, ну хотя у меня... Подожди, а где еще одна катана? У меня же еще одна катана была. У меня 3 катаны было. Ну ладно. Давайте я, наверное, одну катану оставлю дома. Так, хорошая у меня здесь. Так, это двуручный. Просто не знаю, я сейчас катану положу.
А, да, видите, вот этих у меня два. Ладно. В принципе, все. Место я освободил. Зелье оставил. Все ненужное выкинул. Погнали туда, где я остановился. По факту, если так подумать, в Скайриме, когда мы вот так делаем, смотрите, это я иду. В беге у нас используется стамина. Как вы понимаете, здесь я бегу, но стамина у нас не заканчивается. Нет, там даже не так. Там есть бег, ходьба и ускорение. Это постоянно бег, но у нас постоянно слышно. Поэтому я использую ходьбу. Нам все равно в какой-то степени некуда спешить, что ли? Вот этот хороший. Это все запах. Для меня радость говорить с тобой. Ты не хочешь мне помочь? Еще увидим. Те NPC, которые корона, это неумираемые NPC. Поэтому я воспользовался им, чтобы уберечь себя от смерти, так сказать. Так, я, как понимаю, мне нужно идти туда, где он стоит. Пряжа. Кирка, пряжа. Перо. Блин, я вот не... Блин, знаете, вот Skyrim — это игра, где... Ну, не Skyrim, а TES. Где вот есть секретные места, где что-то может быть спрятано, откуда ты можешь что-то ценное собрать. Но сейчас этого просто ничего нету. Но он бесполезен, он слабый. Черт, вот досада. Эти ворота закрыты. А открыть их можно только изнутри, из караульного помещения. Мы не можем открыть ворота с этой стороны. Единственный механизм, поднимающий их, находится внутри караульного помещения. А единственный способ попасть в караульное помещение — пройти через туннель в северном здании стражи. Но вход в него всегда держали заперто. Поспеши, найди Береха Иниан. Он должен быть в часовне. И у него должен быть ключ от здания стражи. Когда ключ будет у тебя, войди в здание стражи, найди туннель и открой эти ворота. Тогда мы сможем войти в замок. Ты, конечно, приятель, молодец. Но ты должен меня тоже понять. Я понимаю, что игра сейчас усложнилась в плане того, что на форумах предупреждали, что если вы повышаете свой уровень, то в дальнейшем игра будет только сложнее. Вы видите, насколько полезно мое оружие? То есть, что там урона почти вообще нету. То есть, и врагов я еле-еле убиваю. Мы патрулировали окрестности и увидели дым на золотой дороге. Чем мы можем помочь? Мы будем идти за тобой. Но мне твой щит бы пригодился. Я жду, когда капитан Матиус отдаст приказ. Наконец-то у нас появился шанс нанести ответный удар. Ключ от... Да, он у меня. А что? Приказ Салливана, нет времени объяснять. Точно. Им удалось закрыть ворота замка как раз перед тем, как нам пришлось отступить сюда. Боюсь, тебя ждут нелегкие времена, друг. Город в руинах, и будет непросто добраться до здания стражи в одиночку. Я лучше пойду с тобой. Нам придется пройти через крипту часовни, затем через то,
Что осталось от города? Если мне будет суждено погибнуть, возьми этот ключ и продолжай путь без меня. Доберись до башни на северной стене города. Знаете, вот сейчас все это так происходит, но я понимаю, что это такая жопа будет. Слушай, только ты идешь со мной. Надо было их тех взять тоже. Задание обновлено. Берег Ян умер. Мне нужно забрать у него ключ от задания стражи и идти дальше. Что-то я не удивлен, что он умер. Вообще ноль удивления. Да уж. Октоплазма, я вспомнил, я здесь же тогда играл. И призраков, да, атаковал. Ну, меч мне пригодится. Не знаю, смысл есть доспехи одеть. У меня вообще доспехи прокачиваются? То, что на мне одето. Это ж легкие доспехи являются. Где оно? Подожди, сейчас я посмотрю. Мне кажется, легкие доспехи вообще не прокачиваются. Надеюсь, ты не против, я одену твои доспехи. Так, куда мне путь держать? Теперь я ваш предводитель, красный капюшон. Умирай быстрее. Стоп, там еще мой живой есть. Манать. Слушайте, а все-таки доспехи, вам скажу, довольно помогают. Ножик мне и нужен. Так, а где мои рыцари? Я помню, со мной было трое. Есть три трупа. Ладно, возьму кожу этих демонов.
Да, в этой локации немножко FPS падает. Подожди, а где еще рыцарь? Я только одного рыцаря видел. Что больше я рыцарей никаких не видел своих. Ну, зато сразу видно, что все подохли они. А, вот как раз все трое. Отлично. Заберу с них меч. Да, тяжело. А, это двуручный. Так, а лук у меня на сколько? 94. У тебя лук на сколько? 3 броня. Замечу, что и тут одинаковая защита. Но эти скоро обломаются, поэтому они нахер не надо. Здесь, заметьте, прочности нету. Для чего такие закуточки? Она бежит сюда. Ох, манать, она там еще не одна такая. В смысле, стоп, где мои стрелы? Да. Какая-то она слишком живучая для огненной херни. По сути, нахера мне идти в обход, если могу просто перепрыгнуть туда? Логично ведь? Но не очень быстро умирают союзники мои. Если бы они хотя бы жили как враги, тогда да, было бы честно.
Не, плохая идея. Во-первых, огненная тварь. А во-вторых, вот эта тварь. Мне легче же тогда вот здесь проникнуть. Типа, что я здесь обойду? Что я здесь обойду? Только за уроном нужно будет смотреть предмета. Плюс еще один волшебник против меня. Да запрыгни ты обратно. Я сломаю тебя. Так, хорошо, что Тайн меня не заметила. Блин, нужно будет какое-то новое заклинание купить. Восстановление, потому что слишком долгое. Очень долгое. Очень-очень долгое заклинание. Нужно будет скоро выкидывать. Сейчас мы будем смотреть, если он сюда сможет залезть. Так, долгие часы тренировки со временем выдают... Так, видами клинков приносили свои плоды. Теперь вы владеете клинком на уровне специалиста. При использовании силовых атак с шагом в сторону у вас появится шанс... Обезоружить противника для использования этого атаки. Нажмите и удержите клавишу атаки. Легко. Так, я в башне кого-то вижу. Демоненок там ходит. Один демоненок там ходит. Так, погнали со мной, чтобы тебя демонша не увидела. Да, броня помогает на самом деле.
Подожди, а куда труп предыдущий пропал? А, я был на той. Ну ладно. Ну да, видите, допустим, с этим намного быстрее у меня прокачиваются легкие. Хотя у меня и тяжелый прокачивается. Я могу, в принципе, просто стоять, делать бесконечные разговоры и постоянно красноречие повышать. Тоже как вариант. Вон, видите, он как так ходит красное. Давайте смотреть, что тут есть ценненького. О, виноградик. Так, что у нас по вещам? В принципе, как вариант, я могу починить. Сколько у меня этих молотков? 4. Да нахер надо? Я думал, один молоток полностью мне все восстановит. Задание обновлено. Мне удалось найти вход в туннели Кватча. Мне нужно пробраться по туннелю к караульному помещению, откуда ворота, и впустить стражника во двор замка. Как узнать, есть ли кто-то на локации? Это я сам придумал только что, если что. Значок скрытность. Смотрим. Я шевчу. Допустим, в этой области, да? Она не прибавила, значит, врагов здесь нету. Врагов все еще нету. А, стоп, так это просто... Ясно. Сейчас понимаю, если меня там уже встречает орда. Ну да, двое моих. И три, и два гоблина. Кто же победит? О, видите, скрытность поднимается. Ну ладно. Мне удалось поднять все ворота замка Кватча. Теперь нужно помочь Савелину и его людям уничтожить монстров, которые находятся в замке. Сразу вот эту тварь бьем. Ага.
Обманать меня тут сейчас обманывают. Все чисто. Мы должны пробиться внутрь и найти графа, пока еще не поздно. Вперед! Меня хотя бы радует, что у меня есть... Ты ж только что была жива. Пизда. Она жила. Она была живая минуту назад. Вещи. Так, кераса 9.1 9.3. Подожди, это что? Это тоже... А, это потому что 15. Так, поножим. 1.1. Кожаные сапоги. Ну, типа, они хуже не станут, мне кажется. Так, перчатки. Они одинаковые. 1.1. В принципе, а, пускай лучше так будет. Я говорю, может мне в натуре просто сделать сложность немножко поменьше, потому что вы видите, у нас сколько времени забирает одна локация, одна миссия. Я удивлен, что мы вообще смогли столько убить вражины. Ну ладно, и не только мы. Нам помогали. Но я думал, девка выживет. Она тоже сдохла. Найс. Пускай, может, он сам дерется. Просто, ну, давайте по факту. 1, 2, 3. 3 огненных духа. 4 огненных духа. И там еще один. О, меня, походу, посекли, да? Давай выходи сюда на битву. Ну, думаю, для начала неплохо. Для начала сойдет. Давай следующего убиваем. Ох, он еще этого гнома зато загрел. Могу ли я загреть эту девку, не трогая остальных?
Ага, все, отлично. Блин. Так, все, ее загрел. Ништяк. Так, что мне там по вещам? Почему у нее последние хп, типа, не показывают точно, сколько у нее чего? Ну, вы прикольные. Ну, вы поняли, какую я прикольную тактику придумал, да, против них? Так, F5. Так, я тебя только одну, да, загрел? Да, отлично. Так, она там осталась одна, да? Чел, ты в порядке? Ладно, ну он, считай, убил почти одну. Если смотреть по хпшке огненных этих девушек... Подожди, а эти ши... Хорошо. Мы пробились сюда. Угу. Мы останемся здесь и будем держать оборону. А ты иди в дальнюю часть замка и найди графа. Не возвращайся без него. Угу. Как он говорит, мы прорвались. Мы будем, короче, стеречь главный вход. Вопрос, кто мы? Кто мы? Скажи, ты один здесь. Огненный не самый жесткий. Самый жесткий это зеленые. Ну, из Скайрима, если брать. Классная витрина. Мне бы такую. Мне бы такую витрину. О, книжки. Сколько у меня вместимости? До хера. Забираем книги. Не знаю, что у меня из этого есть дома, но я все заберу. Надо будет скачать мод, чтобы у меня не появлялись те книги, которые я уже прочел. Да и все. Окейшки. Ну, в какой-то степени он мне тоже помог. Так, я уровень могу апнуть. Мне бы уровень апнуть, на самом деле. Как мы делаем байт? Мы делаем вот так. Вот так. Выходим. Ждем, пока этот челик выйдет. Хм.
Готово. Стрелу забираем, все забираем. Отхиливаемся. Заходим. Берем лук, заряжаем, стреляем. Не попал, нужно немного повыше. Вот он меня увидел. Выходим и ждем. Забираем, тэшка, ждем, ждать. Готово. Здесь зачищено, по идее, должно быть все. Танец в огне взять. Лопата нахера нам не нужна. F5, карта, смотрим. Ага, тут везде проходы еще есть даже. Сундук. Тарелка, херня, ремонтный молоток. Перо, мешок. Ага, выходим, ожидаем. Вау. Почти не отлетел. Почти не отлетел. Главное в этом слове. Блин, нужно магию просто восстановления немного получше найти где-то. Чтобы быстрее все восстанавливалось. Мусор, 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 мусор. Луга барабанные. Я все-таки посмотрю, наверное, мод для Тесса. Кувшинчик. Так, ладно, здесь ничего нету, значит, у нас две двери и проход впрямо. Ну, значит, по очереди будем заходить, смотреть. Ништячки. Ткань, ткань, ткань. Это мне все пригодится для алхимии. А вы же никогда не видели, да? Ну, видели, наверное, как алхимия происходит. Я не знаю, стоит ли ткань брать. Эх, нафиг надо. Так, и теперь побежали
В эту дверь, там, где эта херовина была. Нужно будет немного посмотреть туториалов и гайдов по Обливину. Чего я так мало наношу урона? Неужто этому мечу же тоже гоплык? Ну да. Ой. Этому мечу гоплык. Надо хоть. Как раз я левел ап сделаю. Вы до 10 уровня. Сколько у нас там по прогрессу? А, прогресс еще долго надо. Да уж. Хана моим предметом. Так, осталось 2 меча. По 7 уронам. А я тут думаю, что я так мало наношу? Конечно, 4 урона. Хотя... 4 это тоже не очень много. Ну, мало. А чё ты на меня не идешь, ты? Ладно, я сам подойду. Ладно, беру свои слова назад. Этот меч хороший. Но просто уже 8 поломато. Поэтому нужно с собой постоянно носить молотки сраные. Сраные молотки. Это что за херня? Е-мое. До свидания. Не, этого челика я буду с собой забирать туда, к этому, к своему дружку. Он идет? Приятель, давай быстрее, пожалуйста. Знаете, если он с этой комнаты не выходит. Это очень сложно. Вот этот... Вот этот сложный. Какого черта это тут динозавр какой-то?
знать. Первое место. Ну, первый враг, который довольно сложный. А до этого был зомби. Самый живучий. Ну, потому что он меня убил с 4 ударов. Зомби-то он медленно, а этот довольно быстрый. Это вообще довольно быстрый, на самом деле. Хм, заметьте, замочек, ну, типа, как дверь. Да уж. Печально. Нужно будет сказать, что он умер. Ладно, пока заберу, что тут необходимо мне. А, мною обнаружено тело графа Галдвайнма. Мне нужно отнести его кольцо с печаткой Савалену Маттиусу. Ну и, конечно же, забрать все, что у него есть на теле. Ведь, как говорится, все ненужное — это мое. Дейдрот. Дейдрот, знаете, чем-то похож на коготь смерти из этого Fallout'а. Но зато мы с вами уже прошли эту локацию за... Ну, ладно, не эту одну локацию мы проходили. Но эту локацию мы проходили за 2 серии, получается. Самурайский меч. Где граф? Почему он не с тобой? Мне очень жаль, но его нет в живых. Лежит лицом вниз, в луже крови. Мы опоздали? Если бы только мы могли прибыть сюда раньше. Воистину, это черный день для всех нас, кто остался в живых. Но все равно спасибо. С твоей стороны было благородно помочь нам. Кольцо графа тебе случайно не попадалось? Да, вот оно. Нет, у меня нет его. Хотя бы оно сохранилось. Спасибо тебе. Я распоряжусь, чтобы оно находилось под охраной до того времени, когда у нас появится новый граф. Вот, возьми. Мне он все равно больше не нужен. Я устал от сражений. А тебе он может очень даже пригодиться. А, я думал, что ты разделся. Он должен быть где-то здесь, в лагере. Он был вместе с людьми, которых мы освободили из часовни Акатоша. Окей. До свидания. Квач раньше уже поднимался из руин. Поднимется и сейчас. Я хочу еще раз поблагодарить тебя. Да не за что. Сколько у нас... А, я так не могу больше. Ну ладно. Давайте смотреть, что мне дали. Оружия нет. Нихера, он мне сломал сразу доспех. Неплохо. Ну, заметьте, что оно сломато, но оно все равно что-то стоит. Одежда короля у меня есть зато. Так, повышает выносливость. 4 единиц на себе. Повышает силу. О, сила, это хорошо. Спасибо тебе, сэр, тоже за такой подгончик. Подожди, а то есть полностью сломатый предмет не дает мне защиты? Только как-то не заметил. Да, не дает ни хера. Ну, плевать. Ладно, погнали в лагерь. ТПшнемся в лагерь, поговорим с Матрисом.
и закончим на этом. Мне так тяжело. Так это тебе мы обязаны закрытием врат. Спасибо тебе. Да ничего, Мартин. Если ты имеешь в виду священника, то я не думаю, что ему удалось выбраться из города. Мало кому удалось. В смысле? Савлиан Матиус, возможно, что-то знает. Он командует городской стражей. Я тебя понял, приятелу. Береги себя. Не отчаивайся. Приветствую, друг мой. Совет старейшин помогут. На это только... Я задавал себе вопрос. Вернешься ли ты? Должен признать, у меня были сомнения относительно правдивости твоего рассказа. Пойдем со мной в Парион. Говорят, тебе удалось уничтожить врата Обливиона. Ты приносишь людям надежду. Благодаря тебе удалось потеснить Дейдра. Да, я пойду с тобой в Приорат Вейнон. Узнаю, что хочет сказать мне Джоффри. Веди! О, ништяк. Ну, мы, конечно, туда не пойдем, а полетим. Так, знать бы, где еще это место. Полетели. Хотя, может быть, это дополнительное, то есть этот, DLC какой-то, а не сюжет. Помогите, помогите! Они убивают всех в Приорате Вейнон. Подожди, расскажи мне, что произошло. Ну да, за ним челик бежит. Я не знаю. Мне кажется, они за моей спиной. Приор Мабарель мертв. Кто напал на приора? Я был в овчарне, когда они напали на нас. Я слышал, как приор говорит с кем-то. Я выглянул из-за угла, чтобы посмотреть, кто это был. Они выглядели как путешественники. Ничего необычного. Неожиданно в их руках появилось оружие, и они зарубили приора до того, как он успел пошевелиться. Они заметили, что я наблюдаю, и я побежал. Я не знаю. В часовне молятся, я думаю. Помоги нам. Тебе не следовало делать это. Мне бы не помешала помощь. За долгие недели постоянного ношения тяжелых доспехов вы привыкли к их весу и научились правильно использовать их в бою. Теперь ваша тяжелая броня не повреждается в бою так быстро, как раньше. Стоп, это ж моя. Это ж моя мантия. Агент мифического рассвета. У меня же такая же одежда. Хе. А это, думаю, откуда у меня эта одежда была? Короче, что мы делаем? К королю мы сходили, на крокодила посмотрели. Поэтому на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.